музыки, разместив на YouTube в 2007-м свой клип «Гитар на лечь», буквально за несколько месяцев стал культовой фигурой российской сети, а затем и героем московской поп-сцены. Музыку, тексты, песен пишет в основном сам Петр, его мелодии легко запоминаются, быстро становятся хитами, а тексты получаются смешными и ироничными. В ансамбле 6 человек, включая самого Налича. В последнее время музыкальный коллектив Петра Налича все чаще выступает с концертами в крупных городах России и за рубежом. А дизайн костюма, кстати, для группы придумал наш знаменитый модельер Игорь Чепурин. Песня называется «Lost and Forgotten», «Потерянный и забытый». И песня о несчастной любви. Здорово. Даже Дмитрий Губерниев танцевал и пел вместе с музыкальным коллективом Петра Налича. Очень надеемся, что они пробьются в финал.